Вау! Хорошее меню. Ну что, давайте делать обзор на Battle Zone. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр. И надеюсь, вы заметили, что теперь я наконец-то разобрался с своим микрофоном, и теперь он звучит нормально. Все серии, которые выходили до этого, по Валькирии, по игре там, где зомби вот эти бегали, и мы там бегали от них, прятались, стреляли, там, ну, так сказать, очень плохой звук, и меня почти не слышно, особенно о Валькирии. Ну, теперь я разобрался своим микрофоном, и теперь должно хорошо быть слышно. И сейчас мы делаем обзор на Battle Zone. Давайте начнем. А, вот, готово. Погнали. Хорошо, select. Ой, блин, там надо было танк выбрать. Ну ладно, какой попался, такой выбрал. Вот мой джойстик. Летает тут. В эту игрушку я не играл. И как раз будем первый раз пробовать. Так. Ага. Так, перемещаемся на первую миссию. Ну, давай пробовать. Посмотрим, как это все работать. Ага, вот у нас есть такой корабль, который выгружает наши танки. Оп. Погнали. Это какой-то парадокс, но очень большинство игр начинается именно вот так, что ты сидишь в какой-то машине, и тебя просто выгружают куда-то. А ну-ка, сейчас меня протестируют. Готово. Отдали честь. Ну да-да-да, очень пафосно. Очень красиво сделано. Тут у нас всякие кнопочки. Главное, чтобы больше не трактило было. Вот смотрите, я нажимаю на кнопочки, и здесь тоже нажимается. Тык-тык-тык-тык. Ой, эти даже двигаются, кружочки. Тык-тык-тык-тык, педальки. Блин, это прикольно. Вот это красиво сделано с этим джойстиком. Оп. Нажал. Ага, это меняется, получается. Хорошо. А жалко, что не лицом. Так, конечно, удобнее будет, но жалко, что все равно. То есть ты вот так двигаешь вот этим грибочком, и оно двигается, видите? Так. Так, и сейчас мы выдвигаемся, сейчас будет у нас сама битва. А если поменять, это у нас будет ракета. Хорошо. Так. Ага, ух, как оно быстро перебивается. Вот от этой игры может реально заточнить. Вот это 100%. Так, погнали. Где у нас враги? Блин, красивая игра, хорошо сделана. Она вроде бы еще онлайн есть, естественно. Реально, если онлайн, то это очень круто. Первые танки, погнали. Такой бы я поиграл бы онлайн. Переключаемся. Погнали. Кто еще? Это как танчики 21 века. VR. Во что они превратились, посмотрите. Заряд. Блин, как оно круто стреляет. Еще одни. Уничтожили. Блин, сидишь прям в кабине, уничтожаешь всех. Сейчас вылетим, как... Пью. Прям такой... Блин, это офигенно. Вот это надо просто пробовать. Это не смотреть, надо просто брать и пробовать. Потому что это реально офигенно. Ого, там они меня... Смотри, вообще не пробиваются просто. Какие непробивные, а ну-ка. Как тебе такое? Ох! Поворачиваемся. Пушки. Наклоняемся. Сзади еще одни. Разворот. Я уже в кабине сам уклоняюсь. Так, надеюсь, попал. Попал. Переключаемся. Сверху смотри, обстреливает. Блин, ну это просто шикарно. Вот, серьезно, это просто шикарно. Это офигенная игра. Вот это можно пятерочку поставить. По уровню VR. Ух ты, это кто такие вообще? Столько врагов, смотри. Ого! Какие-то самонаводящиеся ракеты. Как рой какой-то. В меня летает. Охренеть.
Блин, смотри, как они звучат. Срочно, 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 срочно. Что, 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 что? Импульс. Я всех обезвредил. О! Вау! Просто круто. Надо просто брать и пробовать. Это офигенно. О, второй уровень. Ну-ка. Куда? А, это показывает уровни, которые есть. Хорошо. Давайте, показывайте. Мне кажется, зимний уровень будет вообще офигенный. Ну вот и все. С вами был Лысый Пётр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи.